привыкли, что современная повестка формируется в центре. Но наши коллеги из музея Арсеньева инициировали совершенно другой проект, который связывает страну, связывает представителей музейного сообщества из разных городов, из разных регионов, выходя далеко за границы самого Приморского края и тем более Дальнего Востока, предлагая посмотреть, а что же все-таки происходит в других региональных музеях. Идея провести арсеньевеческую конференцию переросла в довольно большой музейный форум, собравший представителей 22 регионов, общей сложности порядка 150 человек. Есть такое ощущение, что Арсеньев нас всех собирает вместе. Это здорово, для нас это титульная фигура нашего региона. Надеемся, что и для вас тоже что-то в его наследии особенное находится. Следующая генеральная конференция ИКОМА, которая будет происходить ровно через 2 года, она будет в Японии. У нас есть 2 года, чтобы вообще как-то позиционировать Владивосток как серьезного не только российского, но и международного игрока в этой области. Третий год подряд мы в сентябре проводим Восточный экономический форум. Но это все про экономику, а мы бы хотели больше про культуру и про людей. Поэтому идея Александра Сергеевича делать все-таки этот форум регулярным, мы пока не будем говорить ежегодным, но под патронатом Восток развития, я думаю, мы все-таки в следующий раз соберем здесь все музеи Дальнего Востока. Сегодня трудность приотличается, что татарский язык – это особый язык, то есть сформировался здесь у нас в Приморье. Марина Павловича Арсеньев дает толчок как бы для нашего сотрудничества, нашего общения. Вообще рассматривать музеевические проблемы в широком смысле слова. Я долго учил слово «трагантерия». Трагантерия. Все просто. Главное, не волноваться. В этом году ИКОМ, Международный совет музеев, в качестве темы года предложил музеи и спорная история. Как говорить о том, о чем трудно говорить в музеях. Тимофей Плесовский говорил, что все ученые делятся на 2 половины – обнаружители и толкователи. Пришло время толкователей, но пришло время открытых возможностей. Вот закрытие энциклопедии означает интерпретацию толкования. Давайте толковать. Мы считаем, что музей не может быть таким ментором, да, храмом, а все-таки должен быть площадкой для высказывания, как уже вчера и сегодня говорил, да, обсуждения, расколдовывания природы человека и общества и гармонизации их взаимодействия. И читаем огромное число имен всегда, да, в наших экскурсиях, в наших экспозициях и так далее. Но кое-какие имена мы выделяем как очень важные и делаем на них ставку. Вот они являются вот этим самым нашим символическим ресурсом. Повестка там для музеев меняется. И мы ее сейчас корректируем. Да? Какие изменения, собственно, должен инициировать музей там, для территории, города или сообщества, с которым работает? Этот флот должен был стоять бы во Владивостоке, вот так я могу сказать. Но уже ничего серьезного из кораблей сегодня
трудно что-то сохранить. Тут же берешь либо с историей корабль, такой как «Витязь», с историей, там, открытием ряд, либо ты берешь какой-то особый архитектурный объект, таким, как является плавучий «Маяк Крыбенский». Мы же 10 лет ждали, что его сделает Питер. Это поворот с точки зрения бизнеса, когда я понял, мы изменили территорию, мы изменили психологию. За нами пришли не только государственные средства, за нами уже пришел бизнес. Только люди, которых я здесь встречаю, рассказали мне о любви и долге. О любви к городу, о любви к музею и о любви друг к другу. О долге перед городом, о долге перед музеем и о долге перед друг другом. Главное, о чем, наверное, рассказал Владивосток, о том, что какие-то неожиданные идеи, неожиданные фишки, они могут быть абсолютно везде. Морское братство – это как музейное братство. Нас нельзя разделить по регионам, по музеям, по подлинным или неподлинным экспозициям, новым или старым. Это в нас сидит. Уважение к истории, к памяти, к истокам, к материалу, к человеку, наконец, к вещи, потому что это все замыкается на человеке. И вот во Владивостоке это все для меня чудным образом соединилось как нигде. Есть такое место, где вроде как часть России, но при этом все достаточно сильно отличается, сильнее, чем в других местах. Отличается не только в плане там, ландшафта, моря там, или чего-то, а именно ну, как-то людей, ощущения того, где ты находишься. Именно Владивосток мне на очередном витке своем профессиональном подтвердил, что я люблю свою работу. Я люблю тех людей, которые меня окружают, тех людей, с которыми я работаю в Перми, людей, которых я знаю, находясь в Перми, а они во Владивостоке. Я люблю этих людей, людей, которые в Москве, в разных других уголках страны. Очень яркие впечатления от острова Русский. Я очень хочу теперь узнать, кто его назвал, этот остров Русский. Могу сказать, что это именно, так сказать, мыслям могло только прийти человек, который искренне любит нашу страну. Потому что этот остров Русский был, есть и будет. Мы на самом деле живем в очень открытой системе, в самой большой на планете стране, которая дает нам огромные возможности. И удивительным образом эти возможности соединились на берегу Тихого океана, в самой восточной части нашей страны. И мы очень надеемся, что мы будем возвращаться сюда еще не один раз. Приятно видеть весь вот этот отклик. Мы часто слово «сообщество» в своих документах, в своих речах и так далее употребляем достаточно формально. Вот сообщество – это когда людям есть о чем поговорить, есть о чем поспорить. И когда трое суток дебатов, казалось бы, да, не выматывают, а наоборот вызывают желание успеть впитать из этого всего как можно больше. Хочется верить, что Владивосток есть город, который про коммуникацию между двумя большими мирами под названием «Восток-Запад».